Это даст возможность участнику ВЭД с рабочего места, своего рабочего кабинета декларировать товары. То есть он заходит в интернет, заполняет определенные данные по своему товару и скидывает информацию на наш таможенный пост. То есть это даст возможность ему без участия таможенного брокера и без постановки товара на склады временного хранения растаможить товар и сократить время и свои расходы.